Знаете, этот видеоролик я хотел бы начать не с приветствия, не с той обычной хуйни, которую вы обычно слышали. Этот видеоролик я хотел бы начать с одной истории. Жил когда-то на нашей Земле, прекрасной планете Земля, то есть такой вот Иисус Христос, Бог наш. И вот как-то шел Иисус Христос по дороге, а тут на! И паблик Лафрозен Гисюкита. Кстати, ребята, самые лучшие модификации и вообще просто, блядь, самый лучший контент только в данном паблике. Если ты не долбоёб, у тебя в нике нету фамилии Дипсайз или Авейра, то тебе сюда. Подпишись, не забудь, ставь лайк на все посты. Здесь ежедневно проводятся всякие розыгрыши, хуёгрыши. Мы вообще классные, крутые, если ты не заметил. Ебали всех в рот. Ссылка в описании. Итак, парни, всем привет. Я заранее извиняюсь, что очень долго я не делаю видео, в котором нету дегенеративного контента, то есть моего. И, в принципе, методом очень сложных арифметических подсчетов я выяснил, что вам обязательно нужен на бэкграунде сам хотя бы, для того, чтобы вы это смотрели. Потому что тот видос с розыгрышем, где я просто показываю, как я все разыгрываю, чтобы все было посредственно, просмотров не набрал. Видимо, это из-за отсутствия вот этих вот самых пиксельных скинов, я не знаю. Сейчас мы это и проверим, собственно, выясним. Собственно, в чем суть видоса? Блин, я хотел хайпануть и сделать видос, как меня ставили на саппортку, но, бля, я не знаю, это дерьмище ебаное, я не хочу вас таким кормить, это просто вы будете, блядь, 15 минут быстрой перемотки смотреть, как, блядь, стою я, там, ко мне это пошли админы, они еще стоят, покажут еще 15 минут, блядь, и потом такие, вот после 15-минутного молчания такие говорят: блин, слушай, а вот ты вот такой, блин, парень классный, ты вот это вот, ты сам поиграешь вот это долго, хочешь вот это саппортку? Кому это вообще интересно, блядь, смотреть? Я просто в ахуе. Точно такая же хуйня с тем, как меня ставили на админку, на лидерку. Это вообще насрать. Кто-то может сказать, что я делал, типа, видосы, где меня ставят на лидерку, но, бля, чуваки, это, типа, я просто информирую, что я стою на лидерке, то есть, там не было, то есть, такого, что вот это вот. Я там стою и, блядь, 15 минут фаст перемотки, вы смотрите, как у меня регистрационные данные спрашивают, допустим, да? Потом с третьим сервером я что-то принял решение, не делать там никаких видео вообще про него, потому что у нас там опрокинулись лидеркой немножко, и, соответственно, смысла там играть, такового я не вижу. Там поставили вообще каких-то, ячей, я не знаю, на банды, то есть... Короче, где-то там мертвое, это чисто мое мнение, вы можете с ними согласиться, но, в принципе, сервер хороший, живой, пока, он открылся, он живой, то есть там вот видно, что он живой. Вы зашли, вы ездите, и вокруг вас что-то, блядь, происходит, бегают ебланы, постоянно какой-то движ, то есть это интересно, можете там играть. И... В принципе, последняя новость из моего информативного ролика, то есть Лафрозен Гисюкита, ее представитель в виде Каприси Корлеона, Капа Чинрика, бывший админ, бывший саппорт, бывший мой любовник, с 09 сервера взял лидерку Баллас на втором эвольве. Соответственно, всех приглашаю сюда играть вместе со мной, с нами, то есть быть самыми крутыми и доказывать это в очередной раз. У кого нет аккаунта, при регистрации обязательно вводите хэштег вкачано. Вот я вам сейчас вот с помощью супермонтажа наебало вот высвечу вот этот промокод, чтобы вы все поняли, как это пишется. На скиллы ломку дадим, все дела, вот и все. Так что давайте, ребята, всех ждем. Так, насчет будущих видеороликов. Я отказываюсь категорически кормить дерьмом свою аудиторию, пускай даже зная, что она, в принципе, ничем от аудитории, как она, это все-таки не отличается, но я хочу, пускай это будут очень громкие слова, но перевоспитать аудиторию сампа. То есть, ребята, пора переставать жрать дерьмо, блять, и как-то умнеть, что ли. Поэтому все подряд и заливать не буду. Когда есть что-то, чем могу вас накормить в плане контента, я заливаю. Когда нету, нету. Не надо по этому поводу мне разрывать личку, вы как вы любите. Все, всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Я не знаю, что мне дает, что вы досмотрели, не досмотрели, мне вообще похуй. Вы вот когда play нажимаете, мне уже просмотр засчитало.
Но можете и смотреть до конца, кому интересно, в принципе. Все, на этом я с вами прощаюсь. Пу-пу. До свидания. If I wanna get it, I'ma get right to it. Everybody always talking, but they never really do it. Me, I stay moving ahead. Girls in my DMs, I leave them on red. Cause all I'm focused on is stacking this bread. What does that mean? Bitch, what I just said.